Добрый день! Вы снова на канале Ричи Моретти от компании Gealex. И сегодня мы с вами поговорим о предтренировочном комплексе. Что это такое, из чего он состоит, зачем он нужен и какой комплекс лучше всего применить. Придя в зал, мы всегда рассчитываем на высокие свои спортивные показатели и на высокие показатели по формированию нашего тела, формированию нашего ума. Мы, естественно, хорошо подготовились и готовы тренироваться. Но вот такие результаты нас не устраивают. Мы хотим Естественно, больше. Мы хотим большего всего и сразу. И чтобы не отличаться от профессионалов, хотим также поднимать большие гантели. Для этого нам нужна поддержка. Поддержка состоит из предтренировочного комплекса. И, естественно, любой фитнес-тренер и любой фитнес-клуб нам предложит такую поддержку. И будет она выглядеть примерно так. Конечно, это здорово, когда мы получаем сразу столько поддержки для поддержания своего организма, развития и движения к цели. Но, может быть, поговорим о более доступных, дешевых и натуральных средствах. Итак, начало тренировки. Вам требуется мощный взрыв энергии, много сил для выполнения своих поставленных целей. Естественно, вам будут предложены предтренировочные комплексы, которые способны это сделать. Но это химические компоненты. И гораздо проще, лучше и безопаснее для своего организма воспользоваться натуральным средством. Это свежевыжатый апельсиновый сок. Этим средством пользуются все профессионалы, все культуристы. И для того, чтобы поднять свой настрой, увеличить фокусировку, вам нужно отжать апельсиновый сок и немедленно его выпить. Внимание! Вы можете проверить действие свежевыжатого сока на пьяном в стельку человеке. Если вы ему нальете полный бокал свежевыжатого сока, он мгновенно придет в сознание и будет способен с вами разговаривать. Элементом вашей поддержки, вашего предтренировочного комплекса, является солярий. Солярий Ричи Моретти – это мощная пушка по излучению ультрафиолета и поддержке вашего организма. Это мощное излучение ультрафиолета для строительства фундамента вашего организма. Многие фитнес-клубы, большинство, я бы сказал, просто игнорируют это излучение и считают его ненужным. Это необходимо. Я вам обязательно объясню, почему и чем это необходимо в следующем ролике. Но, включая солярий, не забываем про меры предосторожности. Например, защита ваших глаз специальными очками. Итак, давайте включим этот солярий и посмотрим, как это работает. Итак, солярий у нас включен и он работает. Глаза у нас защищены. Не забываем про защиту кожи. Сейчас любители позагорать меня просто придушат, потому что крема Gealex Professional 3D Ultra Black просто нету. Он есть только у меня. Но это другая тема. Что же нам дает ультрафиолетовое излучение? Ультрафиолетовое излучение нам дает замену вот таким вот бустером. Вот этот вот бустер работает гораздо хуже, чем вы получаете реакцию от ультрафиолета с коэффициентом загара не ниже 4-4,5%. Плюс ко всему, нам с вами ультрафиолет дает так необходимый для нашего фундамента организма витамин D. Вот эта вот коробочка, она бесполезна. Этот витамин D не усваивается по заявлению Гетеборгского университета. И, конечно же, важным мотивирующим фактором является музыка, звучащая в ваших наушниках. Большинство именитых спортсменов используют композиции группы AC/DC. Они хорошо мотивируют и заставляют двигаться вперед к поставленной цели. Мне тоже нравится эта группа, именно по этой причине я вставил кусочек их композиции в наше видео. Итак, теперь вы знаете три важных компонента предтренировочного комплекса. Они безопасны для вашего здоровья, гораздо лучше усваиваются и быстрее дают результаты, чем непонятная химия из банок. Берегите свое здоровье. Ваш организм не способен переработать столько химии. Вы нагружаете свою печень, нагружаете свои почки, нагружаете свое сердце. А вы должны быть всегда молодые, здоровые и красивые. Всем удачи, до свидания.